Темиртауский композитор пишет песни звездам российской эстрады. Песни Александра Соколова уже исполнили такие известные певцы, как экс-солистка группы «Виагра» Альбина Джанабаева, Дима Билан, Иракли и группа «Премьер-министр». Чем еще славится автор хитов из города металлургов, узнавала Амина Смакова. И бесконечным чувством пустоты, неуловимо, как мечта. Песню «Капли» Александр Соколов написал 3 года назад. Тогда автор слов не предполагал, что исполнять ее будет королева российской сцены Альбина Джанабаева. Премьера композиции состоялась весной этого года. К слову, песня стала первым сольным выступлением певицы после распада известной группы «Виагра». В плане мелодии, конечно, они там все сохранили, потому что песня была в оригинале немножко другая, более такая грустная, более минорная. Кстати, Меладзе сделал ее более такой, как, не знаю, играющий, что ли, более такой попсовый, что там в том варианте она была такая гитарная, там все на гитарных партиях как бы основывалось, как основной инструмент был. Житель Темиртау, творчество которого признали в российском шоу-бизнесе, начинал вокалистом когда-то известной группы «Адам». В ее составе Александр гастролировал по всему миру. Сегодня автор все свое время посвящает написанию песен. Большинство из них становятся хитами и крутятся в эфире популярных радиостанций. Автором одного из последних треков Димы Билана также стал уроженец Темиртау. Глаза, губы, никогда не забуду. Ну вот у Димы Билана вышла песня «Улыбка ангела». Буквально, ну, 2-3 недели назад. Эд Шульжевский, я работал с ним, там писал, наверное, песен 10, буквально практически весь альбом. В ближайшем будущем Александр вместе со своим братом Сергеем Соколовым, который также является автором и музыкантом, собирается создать независимый продюсерский центр, который будет открывать новые имена и заниматься музыкальным продвижением артистов. Создать свою компанию. Falcon Brothers будет называться она. То есть Falcon переводится как «Сокол». Uh-huh. Вот, вдвоем с братом будем создавать конкуренцию. В такой атмосфере Александр пишет музыку и стихи для певцов российской и казахстанской эстрады. Накануне он закончил писать музыку для известной певицы Варвары. Амина Смакова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.